чая, выпив рюмочку коньяка. Поставил мне маленькую чашку и сказал: ты намного моложе меня, ты будешь третья. После третьей бутылки. Бутылки? 9 часов утра. Он сказал, что короче, вот так. Вся ночь мы говорили, и он мне говорит: ты знаешь, что я не знаю, какие мои корни. Он получил фамилию Коров, потому что после революции мы нашли рядом с коровой. Рядом с коровой он дал молоко коровы, и он стал коровкин. Это он сам или его предки? Нет, он сам. Он сам лично? Да. Это известно? Да, известно. Так что, поливал. То есть он найденыш был? Найденыш. 9 часов утра он сказал жены. И где вы? В детском доме? Чай. Надо почитать. Я читал. Забыл. Чай и водка. Новый рацион. А он сам не сказал хорошо. Да, да. Его положили тут, чтобы он мог чем питаться. А корова-то как же стала? Ну, корова-то, она чего-то? Материнский инстинкт. Ничего. Да, это здорово. Да, это. Сергей Михайлович.